Всех приветствую на своем канале. Здравствуйте, на связи сервер Гартарейн, и мы продолжаем играть в Архейдж. Сегодня у нас 21 февраля, сегодня обновление, сегодня добавили новые ларцы, дорогие друзья. Ларцы. Называется огненный ларец, в котором можно достать феникса. Честно говоря, хотелось бы что-то уже новое, помимо только ларцов, но тем не менее, раз нам деваться некуда, один ларец по традиции я открою. Также в игру добавили новый костюм, костюм на хила, и в принципе очень интересный, очень красивый. Именно вот визуальная часть мне нравится, очень красивый костюмчик, конечно. Возможно, универсальный я бы взял. Также к дню рождения, получается, Майлы добавили подарки. Подарки можно получить у аукциониста. Тех, у кого есть прем, получат еще дополнительные подарки. Там куча всякого-всякого лежит, поэтому подкройте сами, посмотрите. И в лишний раз убедитесь, что ничего интересного там, конечно же, не выпало. В игру также добавили у нас большой корабль-черепаху. Это Кабуксон. И выглядит он, конечно, очень эпически. Жаль, поднять его нельзя. Хоть на сайте, официальном сайте игры у нас написано, что тот, кто его первый найдет, сразу же получит его бесплатно. Но, честно говоря, никакого объявления не видел, не слышал. Может быть, еще появится ролик какой-нибудь в Ютубе, да? На сервере я обошел все места, где может быть кабуксон, нашел три штуки, и поднять его невозможно, потому что нету компаса. Компас стоит у нас 10 тысяч драконов. 10 тысяч. Крабим, друзья, крабим дракона и поднимаем этот корабль. Я думаю, что это самый потрясающий корабль для моря, для штурма. Супер бронированный корабль, но это очень интересная штука. Я думаю, что этот корабль стоит сделать. Я приложу все усилия, чтобы, конечно, его поднять и сделать. Хотя мне не хватает, ну, буквально 10 тысяч драконов. Вот, вот такое вот обновление. В принципе, на этом, наверное, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кому понравилось, кому была полезная информация. Ну и всем пока.